Монголию или в Соединенные Штаты Америки. Очербат Менсон встречается в финале за золото. 69 килограммов. Полутяжелый вес. На ковре красный веку выступает Туман Цесек Шарко, команда Монголии, город Улан-Удэ. Туман Цесек Шарко, 26 лет, 10 лет занимается борьбой. Тренер Зыбин Дувчин. На международном турнире Голден Гранд Прикли Ван Берген выступает уже 6-й раз. Лучшие спортивные результаты Туман Цесек Шарко. Бронзовая и серебряная медаль чемпионатов Азии, бронзовая медаль Кубка мира. Она является чемпионкой Монголии и призером международного турнира во Франции. Ксения Буракова борется в синем трико, представляет команду России, город Красноярск. Ксении 24 года. Академия борьбы имени Дмитрия Медяшина. 10 лет в борьбе. Мастер спорта России. 5-й раз выступает на международном турнире Golden Grand Prix Иван Ярыгин. Тренер Олег Сухин, Валерий Алексеев, Лидия Карамчака. Лучшие спортивные результаты Ксении. Серебряная медаль чемпионата мира 2016 года среди студентов. Бронзовая медаль чемпионата России 2015 года и Уважаемые зрители, я обещал вам назвать имена выдающихся спортсменов, которые находятся в нашем зале. Не только олимпийских чемпионов, были названы имена 6 олимпийских чемпионов, которые присутствуют на соревнованиях, но я хотел бы назвать имена заслуженных мастеров спорта, чемпионов мира и Европы, которые присутствуют на соревнованиях. Это Борис Будаев из Республики Бурятия, Виктор Алексеев, представляющий Красноярск, старший тренер края, Хетар Разюмов, тренер сборной команды сейчас, Заур Батай, также воспитанник Красноярской школы борьбы, Махач Муртазалиев из Дагестана, двукратный чемпион мира, призер Олимпийских игр. Эльбек Фардиев, чемпион мира, тренирующий сборную команду среди женщин. Сажид Зажидов, Дагестан, двукратный чемпион мира, призер Олимпийских игр. Ну и, конечно, не могу назвать все имена наших замечательных спортсменов, не могли бы быть
Имена без большой буквы, если бы не их тренеры. Поэтому в Загре у нас находятся замечательные тренеры. Я назову имя Анатолия Хазбиевича Маркиева, который в этом 21 веке подготовил уже трех олимпийских чемпионов. Трех олимпийских чемпионов в ЦСКА. Ну, естественно, Магомеда Гусейнова с успехом работающего со сборной командой России в течение олимпийского цикла. Имена Малика Дедеева из Северной Осетии Алании. И, конечно, имена главных тренеров наших сборных команд. Это Дзапулата Тадыева, вольная борьба, и Юлия Шахмурадова, женская вольная борьба, заслуженных мастеров спорта, заслуженных тренеров. Все эти вышеуказанные и одновременно с победой на ковре А, победой на ковре Б победила Ирис Манолова, Азербайджан. Бронзовая медаль.